Новогодние показы для детей и дорослых проходят в Минску. Джазовый мост, господиня Лялька, международный колядный оперный форум. Сегодня пятница, это значит час плановать выходные. Где и как провести вольный час, подкажа Лариса Гулякевич. Гала-концертом завершится у неделю 6-й международный колядный оперный форум. Палитру голосов представят выканавцы из разных краин света. Зорки сусветной оперы из Сербии, Словакии, Азербайджана, Канады, Узбекистана, краин Балтии, России и Украины. Усе 5 дзён оперные спектакли из репертуара Великого театра Беларуси с уделом знакомитых гостей. Концерт молодых выканавцев «Итальянская страсть» и «Безумовно гала-показ» с уделом оперных дзіў. У суботу колядный джазовый мост запрашивает на позитивные эмоции у Центральный дом офицеров. Классика белорусского джаза «Яблочный чай» и фаворит датской королевы Мац Матиас. Одновленная сцена Дома офицеров 19 снежня запрашивает на концерт, где прогучать скарбы джазовой классики, такие как «Fly Me to the Moon», «T42» и многие иншие. Датский вокалист и мультиинструменталист Мац Матиас с неповторной музычной харизмой выступает на самых престижных пляцовках свету, а в минулом году ее отримал узнагороду «Лепший датский джазовый артист года». Наш «Яблочный чай» представники белорусского джаза с 20-годовой историей и 5 альбомами складуть творчую компанию у джазовым мосте. С 20 снежня начинаются новогодние шоу «Головная елка краины» сёлета у новом формате под назвой «Виртуальный Новый год». Новый формат обещает грандиозные декорации, светловые эффекты, новое яскравое оформление сцены Палаца Республики, больше за 100 актеров и самый соправдный Дед Мороз. Головные персонажи трапляют у незвычайный свет технологий и интернета. Миновито у гэты виртуальный Новый год детей чакая подороже с чудами и загадками. Трапить на головную елку краины можно до 6 студеня. Проект «Господиня Лялька» сёлета примеркованы до 150 годзю с дня выдания твора Льюиса Кэрролла «Алиса в краіне цудаў». Любимые герои разом с белым трусом и капелюшником чакают у Национальном историчном музее Беларуси. Шедевр сусветной литературы «Алиса в краіне цудаў» лишится казкой больше для дорослых, чем для детей. Чаровная атмосфера выставы с подарыня Лялька представляет уже вядомых и новых авторов лялечного майстерства, которые працуют у разных техниках. А так само книги, лялечные аксессуары. Показываем все, что мы хорошего нашли, прекрасных мастеров, новые коллекции, новые куклы и, конечно, все, что посвящено Алисе в стране чудес. Завтра Республиканский музыкальный колледж отмечает свое 80-летие концертом у Белдяшфилармонии, творами Иоганна Себастьяна Баха. Несумных выходных и до наступной пятницы. Лариса Гулякевич, Александр Бирецкий, агентство «Теленовин».